Уилкерсон при жизни славился своими пророческими проповедями. 21 век для США будет подобен одной сильнейшей катастрофе. Сначала катастрофе нравственной, а потом годы истории США подойдут к концу, утверждал пастор Уилкерсон. Цитата. «Я Духом Божьим предрекаю экономический упадок и крах экономики США. Я видел то, что было мне показано. Это революция, подобная той, которую пережила Россия еще в 1917 году. Скоро начнется великая агония моей Родины. Будет то временное восстановление, то опять упадок. При этом власть будет совсем другая. Будут делать вид, что все хорошо, и Америка по-прежнему самое успешное и сильное государство. Но поверьте, это будет уже не так. Когда сотни тысяч людей потеряют свои дома, что-то накроет ужас, несравнимый ни с чем. Гора долгов не перестанет накапливаться, и я видел в газетах будущего заголовки о падении США». Далее Уилкерсон сказал, «Весь мир будет говорить об этом. Сотни СМИ и все люди планеты прокричат о конце США. США не будет, это и будет конец. Если вы хотите услышать что-то другое, то слушайте. Я американец, но не лжец. Мне было такое видение». Президент США очень долго смотрел в окно. Внизу творился настоящий кошмар. Потом он медленно повернулся к своим советникам и спросил, как это могло произойти. Во всем том, что произойдет с Америкой, обвинят евреев. Но когда ненависть затронет Израиль, помните, это вторая страна, которой суждено жить и быть под Богом, несмотря ни на что. После падения США Россия получит знак правителя. Этот знак будет дан ей на долгие годы вперед. Наступит день, когда туда поедут все, и невозможно будет остановить этот поток людей.